Но это вот пилоны называются, вот красивые, беленькие, видите, делят как бы. Они не нужны, это архитектурное оформление. Дом быта «Элегант» под чутким контролем Виктора Зиновенко вырос почти 40 лет назад. Но все тонкости возведения этого типового здания ветеран строительной отрасли до сих пор помнит. Как свою биографию, в 1964-м окончил местный строительный техникум. После отслужил 4 года на Тихоокеанском флоте и сразу же уехал в Пермь. Там поступил в политехнический институт, в Благовещенск с семьей вернулся в 80-х. Именно в областном центре, работая во втором тресте, Виктор Петрович руководил возведением самых крупных объектов. «Элегант» – лишь капля в море. Ну, это не самый крупный, это небольшой, значит. Ну, трест строил все объекты в городе. Кроме, ну, жилья мало он строил, наш трест второй, мало жилья строил. А все промышленные, гражданские, общественные, все он строил. Вот эту вот пристройку делали, где ходит этот эскалатор, первый появился. А еще Дом культуры профсоюзов, водозабор «Северный», центр занятости, школы, гостиница «Дружба». К слову, именно в гостинице отделочными работами занимались строители из Китая. Второй трест стал первым, кто завез в Благовещенск иностранных рабочих. Сразу больше 460 человек. Не хватало рук. Трудились они хорошо, но случались казусы, вспоминает Виктор Петрович. Вот в субботу остаются, работают, приезжают, мы вроде нормально сделали все. Ну, мы были такие, заставляли мы их контролировать, но я же каждый не все везде не посмотрю. Есть же там мастера, все прочее, прочее, это их обязанность. А потом, когда заселили людей туда, гостиницам все, после когда они уехали, начали мыть плитку, они ее на шпаклевку, вот, которую на окраску, знаете, замазка, на нее наляпали, она присохла. Вот был скандал. Мимо кафедрального собора Виктор Петрович любит. Его строительством, которое длилось с 1997 по 2002 год, он тоже занимался. Купола мастерили на судостроительном заводе, на земле покрывали сусальным золотом. Сдали объект, правда, не в день строителя, как это было принято в стране советов. О праздниках прошлых лет Виктор Петрович вспоминает с удовольствием. Говорит, отмечал весь город, а нынче впервые за 50 с лишним лет. Благовещенец делает это иначе. В этом году я буду совсем по-другому отмечаю. Я в пятницу, это, ну да, в пятницу рано-рано утром, часа в 4, 4:30, уеду, поеду, как он называется у нас, Культур, где вот этих культур много. Вот туда уезжаю с супругой. Анжелика Павлова, Денис Лугов, программа «Город».